Нельзя с уверенностью сказать, когда эта песня появилась на свет. Потому что она была придумана во мраке угольных шахт. И уж, конечно, ни о каких танках тогда еще и слыхом не слыхивали. На поле танки грохотали, солдаты шли в последний бой, а молодого командира несли с пробитой головой. Главным героем этой народной песни, впервые зазвучавшей почти 200 лет назад в донбасских шахтах, был Конагон. Так называли рабочих, которые управляли лошадьми, тянущих за собой по рельсам тяжелые вагонетки, груженные углем. В негласной иерархии конагоны занимали очень высокое место, этакие рок-звезды шахтерской профессии. Наиболее известное исполнение оригинальной песни сохранилось в кинофильме «Большая жизнь», вышедшем на экраны в 1939 году. Благодаря многомиллионной аудитории песня становится известной на весь Советский Союз. Вскоре начинается Великая Отечественная война, и место конагона в полюбившейся трагической истории занимают танкисты, матросы, десантники, железнодорожники и другие. Каждый род войск и каждая профессия имела свой собственный вариант песни, исполняемой на поминках и похоронах погибших товарищей. И залпы башенны орудий в последний путь проводят нас. С появлением все более и более совершенных инструментов для работы в шахтах про конагонов со временем забыли. Но почему же именно танкистская версия закрепилась в народном творчестве, став одной из самых популярных застольных песен о войне? Дело было так. В 65-м в журнале «Молодая гвардия» печатается повесть «На войне, как на войне» про молодого командира самоходной установки Су-85. Автор повести Виктор Курочкин, боевой офицер, гвардии лейтенант, и сам воевал на такой самоходке. Описывая фронтовую жизнь, исходя из собственного реального опыта, он упоминает в тексте «Песню о танкистах», которая и вошла в экранизацию книги, снятую 3 года спустя, в 1968. В углу заплачет мать-старушка, слезу рукой смахнет отец. После этого представить себе какие-то иные слова, положенные на этот мотив, было уже невозможно. Хотя первоначальные версии про конагона до сих пор поются в тех местах, где главным занятием традиционно является добыча угля. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и предлагайте ваши варианты песен, у которых есть интересная история создания. А я попробую рассказать ее в следующих выпусках. Пока!